44-я. Движение в сторону Иркутска. С правой стороны по ходу развернуть дальше. Не очень далеко. Ну а про погоду вы сами можете наблюдать. Сначала был мелкий дождик, моросил, потом дождь со снегом. Дождь перешел в снег. Мокрый снег. Это я говорю в салоне автомобиля. Ничего страшного нет. Обочина влажная, а вот на дороге мокрая, но без снега. Температура 1,5 градуса. Тепла. Температура, говорю, 1,5 градуса. Плюс. Thank you.
оборота, как меняются условия движения, но я с комментариями подключусь чуть позже. Температура 0,5 градуса тепла падает. Все в снегу. Байкал нехотя остается со мной. Мокрый снег, переходящий в снегопад. Thank you.
Так, догоняет дальнобойщик. Температура по нулям. То, чего я боялся.
все деревья в снегу. Белым-бело.
Глыбы, они очень опасны, блин. В том плане, что превращаются в камень. Личные машины. В том плане, что превращаются в камень. И вижу припаркованные справа фуры, грузовики. Но резина у меня еще теплая. Поэтому перехожу на левую полосу и продолжаю движение.
все припарковались, жду. Ждут более благоприятных условий. Перегонщики с правой стороны, два парня. Они потом подойдут, мы немного поговорим возле автомобиля. Они увидели, что я двигаюсь довольно свободно, шустро. Пристроились за мной. Вот впереди наблюдаю. Моя полоса встречная на занята стоит. Фура на аварийке. Подниматься выше. Это создавать еще большую помеху. Поэтому принимаю вправо. Освобождаю левую полосу. И все. Резина моментально остыла. И хватает только на то, чтобы заехать на свою полосу. Ну а дальше, если будут вопросы, пишите в комментариях. А так смотрите, наблюдайте. Это снежный плен, я назвал. Я сейчас еду, короче, это слева.
Да, это самое. Так вот, будем чего-то ждать. Thank you.
снежный плен. То, чего я боялся, то, чего я опасался. Если не заехал бы на Байкал, я бы проскочил. Но, скажем так, я не жалею. Насколько интересно, на сутки? Thank you.
Проверка связи. Ребята, меня кто-нибудь слышит? Нет? Проверка связи. Меня кто-нибудь слышит? Ответьте, если слышно. Проверяю работу станции. Кто-нибудь слышит меня? Проверка связи. Меня слышно? Нет? Проверка связи. Меня слышит кто-нибудь? Нет? Не получается? Я подскажу.